Риутовском многофункциональном центре «Мои документы» на Победы-7 открылся дополнительный пункт вакцинации против коронавируса. Отдельный кабинет под номером 117 обустроили на первом этаже здания, рядом с зоной ожидания. Помещение оснащено всем необходимым – мебелью, медицинской ширмой для осмотра пациентов, прибором обеззараживания воздуха и холодильником для медпрепаратов. С учетом того, что пропускная способность нашего центра составляет порядка 500-600 человек в день, значит, и обращение граждан о необходимости вакцинироваться, было принято данное решение. Значит, совместно с администрацией мы оборудовали кабинет для этих нужд, согласовали с Министерством здравоохранения, который был благополучно одобрен. Уже в первый день работы этого кабинета на вакцинацию пришли 25 человек. Большинство записались заранее у дежурного администратора. Напомним, процедура добровольная и абсолютно бесплатная. Для того, чтобы ее пройти, потребуется полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и паспорт. Кроме того, уже на месте нужно будет заполнить небольшую анкету, а затем пройти осмотр у терапевта. Врач осматривает больного, выявляет, можно или нельзя привиться, допуск или медицинские отводы, а медицинская сестра уже делает непосредственную прививку. У нас одна ампула рассчитана на 5 человек, потому что желательно пятикратно. То есть ампула уже, она в специальных условиях находится, при минус 18 градусов. Когда она размораживается, желательно, чтобы 5 человек непосредственно в это же время привились. Пункт вакцинации в МФЦ Реутова работает каждый четверг с 15 до 17 часов. Записаться на процедуру можно у консультантов центра на стойке регистрации, а также по телефону горячей линии 8 800 550 50 30, добавочные 35 22 89. Среди желающих привиться от коронавируса – люди самых разных возрастов и профессий. Я пришел от МПО «Машиностроение» с работы, то есть нам сказали, что будет здесь прививаться, нас собрали совещание, вот, собрали желающих, и, собственно, вот мы здесь. Удобно очень, потому что в поликлинике я пыталась записаться, там запись уже где-то на 2-3 недели, ну, хотелось бы все это пораньше сделать, поэтому увидела на сайте, что будет с 11 числа вот здесь, вот в МФЦ. Поэтому пришла, записалась без всяких проблем. В конце года сдавал тест на антитела. Но несмотря на то, что весь год не болел, у меня показало небольшое количество антител в наличии. 2 недели назад пересдал, антител нету. Решил привиться, чтобы не заражать семью, родителей, окружающих. В МФЦ Реутова через портал госуслуг можно записаться и в другие пункты вакцинации, которые расположены в обеих поликлиниках города, а также в двух торговых центрах – Экваторе и Реутов-парке. Кроме того, представители старшего поколения могут привиться от коронавируса в клубе «Активное долголетие» на Новой 3. Таким образом, на данный момент в Реутове действует уже 6 пунктов вакцинации от ковида. И горожане могут выбрать наиболее удобный для себя вариант. Валя Шарыпова, Алексей Золотарев, ТВ Реутов.